Тогда мы, господа, возвращаемся. 3D Max против Natus Vincere. Первая игра Red Call Dota 2 Лиги. Best of 3. Батрайдер Никс Ассасин, Виз Магнус забанены. Первым пиком Нави берут себе Keeper of Light, ну и Дарксиром Shadow Demon сразу же отвечает 3D Max, особо долго не раздумывали. Пупей берет Lifestealer, ну и думает над последним пиком первой фазы. Посмотрим, как сейчас пойдут дела. До этого, напомню, только что буквально смотрели мы Нави на StarLadder первый раз новым сквадом Куроки. Вместо Light of Heaven, напомню, играет Fnatic против Смайла, вместо Смайла. Так, ну, обсуждает пока, видимо. Кто на ком. Напомню, это Best of 3, ну и потом еще будет в пол первую ночь по Москве, по-моему. Еще одно Best of 3 против командного Tidehunter. Вот там уже будет действительно интересно посмотреть. Посмотрим, как сейчас 3D Max здесь отыграет. Берут Бейна. То есть собрали целиком весь свой трейлейн, ну и там уже можно добрать будет героя Дензи. Героя. Фанику. Как я понял, Фанник у них теперь отыгрывает на оффлейне. Так, ну, 3D Max, кого здесь можно брать? Shadow Demon есть, можно попробовать что-то из разряда Луны и Гирокоптера, но пока что думает, пока не решается так сходу брать. Обсуждает. Понимает, что Lifestealer это серьезно, если что-то пойдет не так, он просто всех съест. Берут Templar Assassin. Templar Assassin, скорее всего, пойдет на мид, но можно будет добрать еще какого-то трейлейнера. То есть остался один саппорт, один трейлейнер. Пупей это понимает. Саппорт не так важен, как важен трейлейнер, потому что есть уже Shadow Demon, будет дизейблить. Там любого, хоть станнера, хоть кого бери, хоть просто виномансера. Поэтому банят Phantom Lancer. Не хотят они его больше видеть. В последней игре против него поиграли и хватит. Лансер уже многим доел, здесь же целится по героям Дэнзи. То есть остался герой Дэнзи, герой Фаннику. Забанен Queen of Pain. Упи. Забанили Шакан. В общем-то, неплохая комбо была бы с Shadow Demon. Пожалуй, единственный такой стоящий саппорт, который стоит банить во второй фазе, если есть уже Shadow Demon. Кидается Disruption, сверху ставится Splitters. Очень много урона на стане у Лешака. Ну и если будет какой-то хороший трейлейнер, еще помимо этого просто могут прийти и подраться с лайфстиллером даже. 3D Max думает дальше. Забанили Windrunner. Дэнзи, по-моему, позавчера отлично отыгрывал на Windrunner. Выглядел весьма устрашающе, признаться. Так, ну и последний бан Нави. Пупей на гирокоптер с луной внимания просто не обращает. Их они не пугают, их пугает Чен, судя по всему, забанил Чена. Не хочет он напороться на хороший ром, то есть Shadow Demon плюс Чен с крипом. Просто сразу же закупает два смока, ну и ходит убивает того, кто на миде, того, кто на оффлейне стоит. Могли быть проблемы. То есть им не важно, что там будет какой-то трейлейн, они знают, что они забанили Шака, ну и несмотря на то, что есть Shadow Demon, трейлейн, скорее всего, к ним просто не пойдет. У них есть Keeper of Light, есть Lifestealer, есть Bane, они там, если будут делать отпул, они хорошенько распределят экспириенс, ну и просто получат третий уровень на всех, начнут убивать трейлейн 3D Max. То есть, скорее всего, 3D Max будет брать кого-то, кто будет просто пытаться переформить этого Lifestealer, собственно, из-за этого был бан Phantom Lancer. Ну, можно взять и гирокоптер с луной, просто чтобы получали они опыт, получали быстрые ультимейты, пытаться с ними как-то потимфайтиться, учитывая, что есть Templar Assassin для Redclick еще не так критичен, прям-таки free farm, сколько критичен соло экспириенс на таких героях. Остается минута 3D Max. Ну и последний бан. Забанили Брюмастера. Неплохой бан, остался, конечно, пак до Дэнзи. Посмотрим, возьмут ли его сейчас. Брюмастер мог неплохо помешать всем своим ультимейтам. Сжигать, снимать рефракшн с Templar Assassin. Дэнзи думает, кого же ему стоит брать. Берешь Шторм Спирита. Абэт. То есть они видят, что пока что таких жестких прям-таки дизейблов нет. То есть есть Shadow Demon, который кидает Disruption, а пока ты в Disruption, тебя как минимум не убивают. То есть можно влететь, получить Disruption, отлететь обратно и потом же влетать убивать, либо просто на Shadow Demon влетать, посмотрим, что он соберет. Соберет Оркид, можно за Silence успеть Shadow Demon убить без проблем.
Так, ну и 3D Max понимает, что нужен какой-то станер. Станер это Лина. Времени минута. Можно попробовать кого-то еще, конечно, взять. Можно попробовать взять дисраптора, например. Просто Шторм Спиритом глимсовать, откатывать. Ставить его в Стасик Шторм. Пытаться убивать. Времени минута, пока думает. Примерно так сделали Фнатик, когда они играли вчера против DD. Они брали просто дисраптора, ну и Шторм Спирит летал, оказывался в Кинетик Барьере по Штормфилдам. Особенно не повоюешь. Так, ну полминуты остаются. Посмотрим, кто здесь будет саппортом. Могут взять кого-то и трилейнера сразу сейчас. То есть саппорта пока не показывают, но это как-то особой роли не играет. Долго-долго думает. 3D Max. Берут все-таки Лину. Ну, Лина тоже неплохо, то есть не то, что дисраптор, то есть не то, что глимсы, однако есть серьезный жесткий дизейбл, то есть АОЕ стан, 7 секунд кулдаун, 1.6 секунды на любом уровне, ну и плюс влетит Шторм Спирит, получит Лагуна Блейд, будет грустить. Берут Лондроида Нави. Лондроид будет стоять соло. Пытаться нафармить, берут Рикимару. Вот это внезапность. Не самый такой традиционный трейлайнер, я бы сказал, но, видимо, какая-то у них наработочка есть по этому плану. Рики в даме с Темплар Ассасин. В принципе, райт-клика хватит, однако сами достаточно худенькие. Темплар Ассасин есть рефракшн на эту тему. У Рики есть невидимость, однако, я думаю, весьма быстро будет закупаться в центре варды, будет закупаться гемы, дасты. Может быть, очень много проблем у этой реки. Ну и просто выживать. Я не знаю, если поймает... То есть медведь стукнет его, посадит в корни. Поймает один энтангл. Реки просто будет умирать сразу. Так, ну смотрим. Стан, Резидент, Нави, Дэнди. Шторм Спирит, Куроки. Кипер оф Злайт, Пупей, на Бэйне, Хвост. Лайфстиллер. Фанник Ландроид. Хвост ползет наверх, как это ни странно. Видимо, решили они встречаться с трейлейнами и трейлейнами же воевать. Не совсем уверен, как это будет, но, видимо, пик реки их обескуражил. С этой стороны 3D Max идет буллер на линии. Ротом Темплар Ассасин, Хьяс, Шадоу Демон. Ну и реки, ну и эйс, Дарксир. Так, ну и действительно, Нави всем своим трейлейнам перетягивается. Трейлейнам нужно будет получать опыт, как-то делать отпул с хардкэмпа. Иначе останутся они без уровней, по уровням просят. Если 3D Max хорошо будет делать отпулы и при этом не умирать, то просто быстрее наполучает ранние уровни. Мне просто больше урона будет. Желаю друг другу удачи. Пока просто ждут, смотрят на руну. Дэнди на соло лейне и медведь, похоже, пойдет на мид. Такое странное распределение. Просто секундочку ставит паузу. Ну, Дэнди, в общем-то, рейнджовый герой. То есть, если придет к ним Дарксир, Дэнди вполне неплохо пофармит против Айншеллов. Можно убивать их с оверчаржем, с оверлоудом. Драскер просит поддержать паузу, но пока подождем. Медведь уже видит, что реки сверху. То есть, понимает, что трилейнами они все-таки встретятся. Так, ну, Дэнди здесь чувствуется будет полный фрифарм, потому что Дарксир, судя по всему, собирается идти в лес. Он купил себе 6 танга. Есть сальва, есть щиточек. Так, ну здесь на быструю бутылку закупился Темплар Ассасин. Чем быстрее появится бутылка, тем для нее лучше. 100 мана стоит. Рефракшн недавно подняли в последних патчах. Баланс патчах. Фаник на меде. В общем-то, он будет рефракшн просто сбивать своим медведем. Медведем. Темплар Ассасин, скорее всего, не убьет. Придется от него бегать. У медведя есть уже Orb of Venom. Все это очень противно, то есть будет немножко подзамедлять, но и бить лапы. Появится 5 уровень у Фаника. За счет Zolo Experience можно будет уже пробовать рыбачить. То есть пробовать прокин танглов, подходить бить лапкой один раз. Если прокнул и тангл, можно уже просто дальше харасить, дамажить. Учитывая, что Темплар Ассасин герой не самый плотный, проблем будет у него очень-очень много. Ну и Дэнди здесь на фрифармит. Если соберет он быстрый оркид, будет летать, это будет просто замечательно.
Вопрос лишь в том, как отстоят трейлейн здесь. Куроки. Keeper of Light, может быть, небольшая проблема с языковым барьером, что хвост по-английски не говорит, не понимает Куроки. По-русски не понимает. Пупе единственный, кто понимает и говорит на всех языках, но придется им как-то координировать обе стороны. Пока что до сих пор держит паузу. Я надеюсь, не слишком долго будет. Особо здесь как-то обсудить. Ну, что обсудить еще, если Фаник хорошо пофармит, если что-то появится, если трилейн как минимум просто стоит, не поумирает, то с седьмым уровнем у медведя с появлением у Дэнди каких-то вещей можно будет начинать уже подпушивать. Если Рики же умудряется поубивать на трилейне, как я говорил, Рики не самый плотный герой, то есть если его убьет хвост на пару с Пупеем и Куроки, то все будет совсем хорошо, то есть появятся быстрые деньги, быстрая вышка будет. Можно будет просто по кулдауну всех убивать. То есть Дэнди некоторое время в игре вообще просто не будет. Он здесь на своем фрифарме, он на пару с медведем просто занимает лейн, так сказать. То есть основной экшен будет происходить именно на топе. И вполне интересно, как здесь все произойдет, как Рики отыграет. Саппорт у него очень хорошая пара, есть Шадоу Демон, есть Лина, однако урона может не хватить. Рики милишник, приходится ему впрыгивать, царапать спину. Хвост может и самого его расцарапать в ответ. Весьма долгая пауза. Фаник купил себе Ring of Protection, то есть он будет делать себе Ring of Basilis, походу. Так, ну, Darkseer вернулся. Половина команды АФК, видимо, разошлись все просто куда-то. Дэнди злится. Ну, Кастер, по-моему, не... А, вот Айси реконнектнулся, но ждем членов команды 3D Max. Это не очень странно. Не подготовились, что ли? Сейчас увидишь, что Дэнди на ботлейне, посмотрим, пришлют ли к ним Darkseer. То есть Darkseer пошел в лес исключительно из-за того, что думают, медведь будет здесь водить. То есть медведя они видят даже на уровне, до сих пор 3D Max думают, что медведь будет стоять на топе. Трилейнеров они не видели еще, которые прячутся здесь на хайграунде. Го-го, отжимает паузу. То есть сейчас появится хвост, они все быстренько передумают. То есть надо будет Darkseer вести на ботлейн, чтобы он стоял один на один, получал очень быстрый экспириенс. Отгонял Дэнди, а Эншелм его хоть немножко харасит, кидает сон на Ноя. Внезапно вылезает. Появляется инвиз, надо взять. Берет его пандой. Берет хвост. И просто расходится. Само собой, здесь убить никого не представлялось возможным. Элиминейт вроде бы был, а вроде бы уже не страшно. Так, ну и расходится, расползается. Darkseer действительно идет на ботлейн, все прекрасно понимает. Ротан. Замечательный криблок у Фаника получился не так хорошо. Так, ну и начинает первый Deny Фанику. Стоит отметить, что Лондроид не такой уж и плотный герой на ранних уровнях, то есть может его подхарасить неплохо с пилом. Достаточно стрелять в медведя, чтобы проходил пир дэмэдж по его владельцу. Постоянно перед собой его держит, то есть если появится сейчас пассивка, Фанику неплохо достанется. Ну и приходит Darkseer, начинает раскидывать Айншелл, сейчас скоро начнет. Вот здесь пытается гонять Ноя, денает крипов, но аккуратненько делает отпул здесь буллер. Отпул одиночный, то есть лейн сейчас отпушится. Можно сделать двойной отпул попробовать, но здесь на хардкэмп уже запулили Нави. То есть лейн сейчас отпушится настолько, что скорее всего вышка Нави просто убьет следующий крипвейв. Приходит Ноя смотреть, что здесь происходит, но и оказывается зажат, как бы сейчас не досталось, он сразу же упрыгивает блинкстрайком. Проблема у Лины, вот она шла смотреть, что там происходит с Рики, отличный дисрапшн прячет его. Лина на лоу хп, зажата в своих же копиях, но и сейчас ее добьют, добивает ее. Куроки забирает ферзлат уже в который раз. Я думаю, Нави вполне довольна. То есть шел Рики смотреть, его прикрывали. Лина остальные. Рики прыгает на саппорт, а вот саппорт замешкался. На саппорта сразу же заагрились, саппорта
Убили. Not bad. Missing bottom. Disruption был хороший, но копии даже немножко помешали линию бежать. Дэнни продолжает здесь воевать с эйсом. Отводит крипов себе. Ну и спокойно здесь их затанковывает. Регена хватает, Дэнди ему особо ничего не сделает. Так, здесь, похоже, сейчас продолжаться будет. На пол хп уже продамажили, но так вот он вышел хотя бы посмотреть, что происходит с крипами. С крипами происходит то, что ему их просто не дают. Хвост фрифармит. Рики говорит, что топ из миссинг. На топе просто Куроки делал отпул, вот они его не видели крипами. Куроки спокойно сделал отпул, ну и сейчас видим, что там будет скоро опять происходить. С этой стороны отпул делает Лин в очередной раз. Забивает одного матголема. Так, что здесь такое летит? Ботиночек салют для Дэнди, как бы сейчас курьер здесь просто кулачком не бил Дарктир, но с оружия второго уровня вполне может это сделать. Курьер прилетает на Хейсте. Хейст находит Темплар Ассасин. Так, давайте посмотрим, как сдал Фаник. Фаник 4-го, 13 лос хитов. Темплар Ассасин всего 4, то есть Фаник стоит замечательно, однако сейчас как бы его не передамажили здесь. Забегает ротом подвышку, понимает, что останется он быстро без дисрапшена, здесь же... Точнее, без рефракшн, дисрапшн кидает на Ною. Ною пытается спасти, Ною прыгает на саппорта, вроде бы выживает. Элиминейт, ну и Куроки получает второй килл. 2-0. У Нави оба килла осели на Куроки. Новое приобретение команды Нави, ну и пока что вроде бы работает. Персональную скилла хватает. Эйс продолжает перерезать крипов, то есть Дэнди приходится танковать. Оп! Убил таки. Зажал в лесу и добил он. Темплар Ассасин набросился на Фаника. Время. Последний момент я это успел заметить, но и здесь продолжает воевать трейлейном Рики. Кое-что без Пупея, Пупея просто отпивается брейнсапом, перетанковался Лину в сон. Рики добили, можно и Лину сейчас добить. Элиминейт заряжает, Лина пытался подождать, пытался поставить Пупея, Пупея просто пошел на топ и из-за этого выживает, но сейчас добьют похожих Яса. Весь трейлейн просто уничтожили. Сами так никто не умер, то есть единственная смерть была. Это смерть Фаника на миде. Это было вполне ожидаемо, что пока он не шестой, его Темплар Ассасин может на пятом уровне попробовать убить. Агрессивно сыграть. Это сработало. Дарксира здесь. 25 крипов, между прочим, как взял Дэнди. Дэнди будет хоровод вокруг вышки. У Дэнди 27 крипов, то есть все не так уж и плохо. Сальва себе носит, отпивается, вот он получает урон от крипов, это не очень хорошо. Так, ну и стрелы на Нави, люди расходятся постепенно. Пупей пошел просто на базу отрегенить маны. На последней мане. Он последний брейнсап свой кидал. Летит на ботлейн. Здесь переходит Лина, пытается убить Дэнди. Дэнди надо бежать уже. Как-то он потянул Лину. Потянул Лину за тем, чтобы ее убил как минимум Пупей. Пупей, надо кидать сон. Кидает сон на Дарксира, надо бежать. Сейчас будет Сурши, просто его Дарксир догонит, добьется он шелом, да? Делать это не стал. Все так вот поменяли. Дэнди понимал, что он умрет в любом случае. У него нет ультимейта еще. Почти шестой, но вот не шестой был. И очень отлично Лина заромила, его убила. Поняли они, что стрелейн у них не складывается. 3D Max решили хотя бы на остальных лейнах ситуацию поправить. Размен был очень даже хороший для 3D Max, что они поменяли Шторм Спирита на Лину. На саппортом. Так, ну и хвост на Рик сейчас будет просто уже набрасываться. Куроки стоит, просто прикрывает его. Видит, что здесь ходит Shadow Demon. Хвост просто пугал Рики, скажем так, сам собой подвышкой. Red Click все, но не хотел, чтобы вышка на себя не загрели. Так, но здесь двое саппортов. Они знают, что Куроки пока что один, что Пупей на карте не видно, а вот где Пупей, непонятно. Пупей купил себе ботиночек, купил себе Magic Wand, сходил на базу. Так, ну и Ротом, похоже, начинает прокс Тентангл, потому что совсем на лоу хп. Бутылочка пустая. Сейчас... Шестая минута, сейчас наступит ночь. Эйс сходил, поставил вард на руну. На топ выходит Ротен, ну и получает реген. Очень рад видеть его на этот реген, ну и сейчас продолжит фармить. В это время сразу Нави выползает, начинает воровать от пула. Понимает, что ночное время, надо быть агрессивными. Что здесь такое летит? Magic Wand пролетает им к хвосту. ПТ уже доделал, то есть никаких ни медасов, ничего, понятное дело, это не фрифарм лейн. Так, полетает Бэйн. Дэнди тянет Дарксира. Брейнсапом подамажили, если что, кинут сейчас. Найтмар, Дэнди на ЛХП выживает. Замечательно, так, на грани жизни и смерти он подамажил замечательно. Дарксир, ну и Пупей сказал, что если ты прилетишь, мы его убьем, я просто стяну и все.
Пупе прилетел, но и замечательный килл получил. Так, а здесь опять с ротом набрасывается. Пентангл не прокнул. Можно еще раз попробовать. Опять не прокнул. И Фаник уже проседает, как я и говорил. Просто атакуется медведь, но и с пилом получает Фаник. Из-за этого Фаник пока... Нет, вот он седьмой, но тем не менее. Здесь набрасывается на Лену. Лен убивает хвост просто инфестом. Бежит за Рикин. Не догонит, скорее всего. Нет, дотягивается. Кипров взлает уже на киллинг спри. Улетает здесь Хияс вроде бы. Дарксер прилетает на их место, но и... Похоже, Трилейн окончательно рассыпался. 9-2 уже счет. 1000 золота у Фаника. Пока свой True Form не прожимает. Понимаешь, что он получает харас от Templar Assassin, но в то же время хочется оставаться в рейнджовой форме, чтобы у него был move speed, чтобы у него был рейндж атаки большой. Ох, как прокнул Entangle, сразу на пол хп проседает. Templar Assassin пытается дальше. Опять еще один Entangle, прожимает True Form, летает Дэнди. Просвечивает, просто убивает. Ротман говорит, лол, Дэнди из ниоткуда, ну и просто два энтангла подряд, это что-то невообразимое. Смоки здесь вроде приходили, хотели помочь ему, но уже не успели, Дэнди бежит скорее на топ. Купил себе две робов маджи, поднял свой монопол, ну и можно набрасываться на Рики. Рики пока пятого, пока он видимый. И просто набрасывается, получает облачко, тянет к себе, ну и хвост сейчас кинет замедление, Рики просто добьют. Даже замедление кидать не пришлось. Хвост доминейтинг, падает вышка, достается хвосту. С другой стороны, просто Пупей получает соло-оп. Брейнсапом отхиливается. Есть финсгрип, есть аркейн бут, все хорошо, в общем-то. Рис собирает веточки. Ну, летит на ботлейн, надо отпушивать. Давайте посмотрим, как по графику дела. 1-3 счет на 8 минуте, почти на 9-й. За 5000 по опыту здесь такой резкий взлет был. Ну и за 5000 уже почти 7. По деньгам. Так, находит инвиз Shadow Demon, видимо, решает убить Пупея. Не самая лучшая идея. У Пупея есть брейнсап, которым он отхилится на 300 хп из ниоткуда. Но если пролетят саппорты, то уже ничего не сделать. И стоит учитывать, что Disruption это не жесткий дизейбл. То есть пока он в Disruption'е, его самого бить нельзя, а вот саппорты пролететь могут. Так, на топе ситуация. На топе убивает в очередной раз Рики, прилетает. Templar Assassin бьет хвоста. Надо что-то с этим делать, Куроки реколит просто Пупей, Пупей. В сон Лину. Добивает Shadow Demon'а. Хвост. Пытался спрятаться он. Просто добивает, держит финсгрип Пупей. Потратил свой инфест, просто чтобы выжить, однако прокнул на нем. Яд Shadow Demon'а, ну и хвост умирает, как совсем грустно. Вроде победил драку, а вроде помер после этого. Так, ну и Фаник сразу начинает работать по медуз. У него есть демолиш уже у Мишки. Фаник сам уже 9-го почти. Дэнди приходит к ним на помощь, ну и сейчас они быстренько эту вышку обработают. Дарк Сириз пытается хоть один тауэр забрать, но происходит все это очень медленно. Дэнди получает первый обливин став. Как дела по нетворку, давайте посмотрим. Здесь, как видно, у Най все очень хорошо. Ландруид достается килл вышки. У него еще и медас, то есть, видимо, собирать будет сакрит релик. Так, Пупей. Рики в сон. Сразу же брейнсап ему. Финсгриппа нет, однако могут попробовать так заковырять. Однако у Рики уже есть невидимость, он уже 6-го кидает дисрапшн к уроке. Надо спасать его как-то режет его. Рики пролетает Дэнди сразу же. Была приманка. Рики, отлично. Иллюминейт убивает, он был в инвизе. Дэнди как бы не помер. Дэнди помирает в ответ. Рики на двоих поменяли, но и... Пупей просто улетел. Не очень аккуратно получилось. Два саппорта набрасываются на кэрри. Должны понимать, что рядом саппорта у кэрри этого тоже есть. Хоть Дэнди был рядом, но... Рики, конечно, убили, но сами поумирали вдвоем. Это не самый лучший размен. Несмотря на то, что Рики убили. Но, тем не менее, получили опыт. Хвост. Армлет уже есть. Воюсь с Дарксиром. Постепенно покусит. Ну и медведь перемещается на ботлейн. Сейчас с демолишем пролетает и Дэнди. Просто начинает рычить медведь, грызет вышку. Вышка падет очень-очень быстро. Влетает Дэнди, надо тянуть. Застакли даже дизейбл, немножко еще и энтангл напоследок прокнул. То есть просто в Дарксире шансов здесь не было никаких. Ну так вот, ни одной тир-1 вышки уже не осталось в ответ. 3D Max сделать ничего не смогли ни с одной.
Дарксир, несмотря на то, что он здесь обступал крипов, Дэнди спокойно их хороводами водил, отпивался своими салевами. Куроки, скоро появится мека. Осталось 600. Так, здесь кого-то опять сбивает. Дэнди получил Лагуна Блейд, умер, до этого успели убить Хьяца Шадоу Дем, но их просто вылетает обратно. Лина. Приходит Ротон, Финсгрейп, сразу же Финсгрейп, но и хвост начинает его бить. Прожимает Рейдж, с этим атак спид хватает, Брейнсапом доедает то, что не доел хвост. Прилетает Дарксир, понимает, что он здесь остался один. Ловушку вроде взорвал Ланай, но уже ничего там было не сделать. Рики стоит в инвизе, ну и здесь Медведь приходит, начинает фармить. Медведь 1200 вызывает свою панду. Рики он видит, Рики, если будет пытаться инициировать, просто будет получать энтангл и постепенно от них умирать. Дэнди опять прилетает на ботлейн. Пупей понимает, что на него все бегут, кидает себя в сон. Сон надо кому-то снять. Кидает вместо этого дистрапшн, надо было линии снимать сон, либо кому-то еще. Пупей, тем не менее, успевает добить. Дэнди влетает. Пупей уже нет. Получает ультимейт от Шадоу Демона, стягивает его обратно. Дэнди умирает, даблкил Эйсу. Пришел еще и Куроки. Куроки прогоняет Эйс. Спускает Лиминейт здесь по речке. Уже хвост Пупей выкупался. Потратил байбек. Как достаточно нелепо так умерли. ПМЛ сидит в засаде. Здесь Темплар Ассасин. Делает вид, что фармит там где-то либо лес, либо что-то еще. Так, ну Фаник здесь неплохо подпушит, между прочим. Перекинулся в человека. Перекидывается обратно. Он 11 получил. Ну и теперь Рики убить его будет еще сложнее. Так, давайте посмотрим, что здесь. Куроки зажали. Сэншелм находит его рот. Куроки сразу начинает кого-то реколить. Видимо, рекольт медведя. Не успевает это сделать, умирает. Однако, урод могут быть проблем. Очень быстро мека. Мекой отхиливает. Темплар Ассасина уже убили. Нет, пока что Кипер оф Злайта, но уже убили Лайфстиллер. Так вот они зажали, как-то совсем беспомощно там боролись. Темплар Ассасина медленно смеется. Радуется, что Дарктир успел таки собрать меку. То есть заходил он за крипов, и это все окупилось. Фарм получал, быстрая мека. Меки не было у Keeper of Light еще, то есть это он умер опять. Кого-то реколит. Похоже, что паника. Нет. Непонятно, что происходило, но тем не менее. Дэнди. Второе в Левенстав, то есть скоро появится Оркид, но и будет летать, спасения от него не будет. Есть Даст. Даст ему купил Пупей, помог. Просто отпушивает. Отпушивает мидлейн, хвост возвращается. Делает свой дезолятор. Так, находит здесь. Нашли Дарксира. К хвосту надо прийти. Финсгрип есть. То есть в Финсгрипе держит Дарксир, но и хвост его просто начинает поедать. Очень быстро его. Нет, мека прожал вроде бы, но все равно брейнсапом доели. Так, а пока здесь все происходило, Рики убивает Ландроида, между прочим. Ландроид слишком далеко зашел. Все саппорты пришли, но его, видимо, по дизейбле кинули. Дисрапшн поставили. Несмотря на то, что хп очень много, так наглеть не стоит. Дэнди носит себе хвоста, влетает на эншентов. Так, ну и надо найти какого-то саппорта. Видит они Темплар Ассасина, вроде просветка есть, то есть можно и на нее влететь. Но больше никого не видит. Вардов опять у Нави нет на карте. Удар, вард на Рошане. Вард на ботлейне, на топ-лейне. Так, Дэнди Лину, не знаю, видит, нет. Влетает на Лину, увидел. Вылезает хвост, тянут, ну и убивает сразу. Сразу же телепорты, Дэнди надо бежать. Улетает через вышку. Сейчас придет и хвост, кого-то рекольт Куроки. Куроки рекольт медведя, в сон кидает Ротана. От него больше всего урона, однако стенка поставил эйс. Пошел иллюминейт. Мека даже не помогла здесь уже. Ну и Лайфстиллер просто доел Дарксира. Пытается гонит Ротана. Хотел он продамажить Куроки и Аншелла, мог просто добить. Тем не менее, все равно помирает в энтангле. Хвост трипл килл. Видите, здесь еще и Рики. Ну и похоже, просто сейчас вышку добьют. Лондруида. Ринг базилс. Есть Go of Haste. То есть непонятно, что он делает. Скорее всего, будет делать Владимир Майстром. Пока что только компоненты разные в нем. Пупей ставит сентри вард. Ну и само собой, за вышку под раз уже никого не получится. Фаник побежал был на топ, ему сказали, что нет, надо идти на бот. На бот лейне вышка более-менее царапан, ну и пусть, ну, как бы, лейн пропушен. То есть на топ идти было бы дольше.
Медведя оставил. Медведь смотрит, кто здесь выйдет. Так, ну и надо звать медведя. Медведя он то ли забыл, то ли что. Конец призывает медведя, ну и вышка начинает падать. Не менее быстро. Не быстрее предыдущий, не медленнее. Вышка достается хвосту. Хвосту. Похоже, что летит дизолятор уже наконец. Что здесь? Владимир Фаник, я и говорил, ну и дизолятор хвосту. Заходит на Рошан и понимает, что осталась одна внешняя вышка, однако все здесь в ордах, то есть здесь апсы стоят. Стоят в центре. Зашли очень смело, они, не знаю, видели, не видели, что здесь вард стоит. Тем не менее. В Дэнди влезает хвост. Выползает, начинает поедать, но упрыгивает, телепортируется на кого-то, Лагуна Блейд, дали Дэнди, Дэнди убили. Отличная стяжка в стенку, Эйс бежать, прожимает себе меху. Темплар Ассасин пытается хоть кого-то поддамажить, попадает в сон. Получает инфибу, ну и хвост ползает, думает, кого здесь надо убивать. Темплар Ассасин отличный прецедент, однако человек с просветкой был убит Лагуна Блейдом. Дэнди, как я говорил, единственный персонаж с просветкой, вот его убили. Сентры Варды уже расставили все, видимо, больше не осталось. Дистрапшн здесь попадает. Пупей. Пытались их с кого-то добить, но и так вот до сих пор пока еще никого не били. Рики сразу же прыгает блинкстрайком, доедает он наконец Пупей, Рики умер. Подпушивает элиминейтом. Ну ждут Дэнди, Дэнди респавнится. Орхид у него уже есть. Прилетает на Мидтауэр, надо идти опять на Рошана. Ловушки Темплар Ассасин здесь постоянно видит, сколько хп у Рошана. То есть у Рики только ПТ. Здесь Блинк Даггера даже еще нет. Тут можно сейчас успеть доделать, но Рошана давать придется. 3D Max вроде бы и хочется. Тут вроде бы бегает. Дарктир что-то думает сделать. Уже ничего сделать не успевает. Айкс достается хвосту. Так, ну Фаник доделал наконец своего Владимира. Купей получает форстав. Хвост отходит в армии Теншин, достаточно быстро это делать, даже умудрился, успел стакнуть. К сожалению, не получилось, не заспавнилось, там труп не успел исчезнуть. Так, ну и можно уже пушить. Остался последний внешний тауэр, не знаю, как пойдут ли на него, либо сразу же будет летать на хайграунд. Хвост влезает Дэнди, в Дэнди есть орки, то есть никого набросить, это гарантированно минус один. В идеале это Темплар Ассасин, форстаф на Темплар Ассасин, надо кидает сон, влетает Дэнди, влетает на Шадоу Демона. Сам тянет Лину, Шадоу Демона убивает хвост, отлично, минус 2 саппорта, буквально за секунду сделали. Рики набрасывается вроде бы, получает сразу же энтангл. Опять стяжка в стенку, у Дэнди лоу хп, надо улетать. Рики за ним пытается прыгнуть, получает еще один энтангл. Умирает, влетает наконец рот. Говорит, я купил Блинк Даггера, уже остается один, опять его медведь бьет. Сейчас, если еще один танго будет, будет просто невероятно. Шадоу Демон выпуска скидает Дисрапшн Пупея. Такой небольшой ресет. Дэнди очень мало хп, вот он бегает. Думаю, что делать. Поражали смог. Так, здесь... А, ну... Дарксиры, видим, форстапнули вниз клифа и сразу же кинули сон. Сразу же его убивает Дэнди. Я пытался понять, откуда он там оказался. Он даже сказал Nice One, пока сидел во сне. Он понимал, что сразу же умирает. Медведи добивает хвост на лоу хп, у него Аегис, а вот Дэнди на лоу хп, с ним что-то надо делать. Проблема это, что-то надо делать, а вот, наконец-то мека. Ждал он отката меки, видимо, 200. Крузлайт, Дэнди влетает, постреливается. И сейчас вышка упадет уже. Прожали фортифай. Опять кого-то пытался пукей форстафнуть, не особо получилось. Дэнди летает, убивает Шадоу Демона, напрыгивает на него Рики. Дэнди пытается воевать, ставит к ним лицом, чтобы не проходил урон с пассивки. И пока все происходило, хвост убивает Лину, гонит Ротана. 30-13 уже счет, ну и похоже сейчас пойдет первый барак. Дэнди отлично подолжил он Мелстрайк. Очень вовремя сработал. Еще и Монолик, в общем-то Оркид. Сразу же Интагл, ну и Темплар Ассасин просто умирает. Стягивает всех Дарктир. Дэнди таки добивает просто Айншеллом. Дарктир доволен исходом. Еще и в стенку всех поставил, однако поражали просто меку, ну и все форстафятся. Расходятся из стенки. Good game, well played. Сдаются наконец 3D Max, понимают, что задерживать игру не стоит. Ждать, пока там еще один барак расковыряет, было бы весьма долгим.
потихонечку все выходят. Так, ну и да, в общем-то неплохо. Не самые традиционные лейны были. Был Android на меде. Дэнди ходил на ботлейн, но тем не менее сложилось все удачно. Трейлейн был просто уничтожен. То есть здесь First Blood взяли на линии, ну и после этого просто покатилось. Сразу же появляются уровни. Чем больше уровней на Keeper of Light на Бэйне, тем они опаснее. И, в общем-то, трейлейн уничтожен, и дальше потом уже пошли ходить. Понятно, получал уровни. Конечно, умер он от Templar Assassin, но это было вполне ожидаемо. Что пока он свой шестой не получил, она его убьет, может разочек. Если хороший рун найдет, она там бегала на хейсте, его просто зажала здесь в деревья. И потом Фаньки неплохо отомстил. Отлично, проклейн тангл. Все вылетели. Ну и ладно, давайте ждать табличку, давайте ждать второй игры. Dyer's bottom barracks has fallen.